Новая плотина вновь наполнена водой. И это значит, что опасения скептиков, что сезон 2015 года на речке Синички открыт не будет, не оправдались. Работы по реконструкции гидротехнического сооружения, длившиеся с осени 2014 года, приостановили. Как раз для того, чтобы не лишать красногорцев любимого места отдыха в самый жаркий период. На данный момент произведена очистка береговой полосы от мусора вдоль пляжа. Произведено берегоукрепление, произведена санация труб водосбросных. 1 числа работы будут прекращены в соответствии с тем, что будет наступит купальный сезон, и продолжены 1 октября. Полное окончание работ намечено на 2016 год. После завершения этого летнего сезона предстоит самая серьезная часть преобразований. Это реконструкция водосбросной шахты, которая у нас находится в плачевном состоянии, и продолжить работу по берегоукреплению. Несмотря на запрещающие знаки, красногорцы свой купальный сезон уже открыли. Однако в случае необходимости на помощь таким пловцам никто не придет. Спасатели и медсестра приступят к работе только 1 июня. Сейчас для них обустраивают удобное место для ежедневного дежурства. Но по всем остальным параметрам пляж на новой плотине уже почти готов к приему отдыхающих. Произведена очистка, подкраска урн, то есть лавочек, ремонт произведен полностью. В этом году будет завезен песок свежий на пляж традиционно. В принципе, пляж готов. Пришли анализы проб воды 2 дня назад. То есть вода соответствует всем санитарным нормам. Купаться можно. Однако сюда красногорцы приходят не только искупаться и погреться на солнышке, но и погулять вдоль водоема и подышать свежим воздухом. Бывает, приходим. Мы, к сожалению, не умеем плавать. Планируем научиться. Ну да. Скорее всего, когда здесь все будет хорошо, будем учиться плавать все вместе. Я здесь загораю, наверное, уже 4 года. Самая черная всегда. Но сейчас пока только начали, поэтому еще все впереди. Плотина хорошая. Купаюсь, наверное, только в июле. Она прогревается, когда тогда и купаюсь. Сейчас, конечно, холодновата вода, сейчас нет. Вот. В целом, да, крутой пляж. Для удобства отдыхающих здесь уже работают туалеты, есть кабинки для переодевания, а вскоре откроется и летнее кафе. Валентина Титова, Никита Рощин, Марьяна Быстрова, КРТВ.